Повторная вакцинация в период пандемии необходима, об этом говорят медики. Она проводится через 6 месяцев после первичной вакцинации. Так, например, в 3-й городской поликлинике повторную прививку уже сделали порядка 220 человек. Листов ожидания у нас нету, вакцины всегда достаточно. Любой человек, проходя мимо, приехав из других регионов, могут прийти, привиться. Повторную прививку можно сделать любой из действующих вакцин, вне зависимости от того, каким препаратом прививались пациенты впервые. Я не очень верила в это все и заболела. Заболела серьезно, 3 месяца болела. Тут решила привиться все-таки. Особое внимание старшему поколению. Им прививаться нужно в первую очередь. Маски и социальная дистанция – это также та несложная профилактика, которая поможет оставаться здоровым. Всего в Самарской области вакцинировалось более 1 миллиона 152 тысяч жителей. Михаил Ермоленко, Мария Елчан. События.